Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами будем путешествовать на огромном поезде и апгрейдить его в игре под названием Trans-Siberian Railway Simulator. Что ж, начинается режим выживания. Профиль у нас будет Саня. Вперед! И вот мы с вами появились в мире, на огромной железнодорожной станции. И где-то, наверное, судя по всему, в 90-х, и что-то пойдет не так, и поезд превратится в настоящее место для выживания. Так, электровоз наш находится там, тут у нас магазин мафии. Рад тебя видеть, товарищ! Пора вернуться на железнодорожные рельсы и доказать, что ты лучше в своем деле! Хорошо. Выполняя свои обязанности на железнодорожной дороге, ты одновременно будешь работать на сибирскую братву. Ты знаешь, что это непросто, но я обещаю, что тебе будут щедро платить за каждое выполненное задание. Вспомни, сколько времени у нас ушло на то, чтобы убедить директора заново оформить для тебя лицензию. Он сказал, что у него много заказов на перевозку по маршруту до Красноярска, и его нельзя подвести, иначе ты снова попадешь в ГУЛАГ. Прежде чем приступить к работе, вспомни, как управлять электровозом. Хорошо, я вроде бы не помню. Или помню. Я не знаю, мужик! Вы находитесь на железнодорожной станции Новосибирск-Западная. Хорошо. В левом нижнем углу показан баланс счета. В правом углу находится информация о температуре. В левом верхнем углу показатели персонажа. Сходите за покупками и убедитесь, что вы купили достаточно еды, чтобы продержаться до следующего магазина. Окей. Еда для выживания крайне важная вещь. Вода, еда, пельмени. Так. Опа, магазин у нас реализован в виде чуваков, которые просто вот так на железной дороге продают. Раньше в 90-х таких можно было встретить часто. Я не видел. Я думал, что ты бросил пить. Я и не начинал, мужик. Я против, осуждаю, кстати. Привет. Что у нас тут продается? Шпроты по 2 доллара. У нас денег 1000. Я думаю, можем закупиться шпротами, друзья. Почему бы и нет? Я всегда любил шпроты. Также у нас тут фонарик продается за 100. Бензопила. А не, фонарик 10. Давайте купим фонарик. Бензопилу. Я пока не знаю для чего. Тут у нас что? Яблочки. Да, мужик, смотри, у тебя бананы и яблоки. Давайте возьмем яблоки. Это зимние яблоки. Они отличаются по внешнему виду, но я думаю, что то яблоки. Бананов возьму, ну, экзотики хочется. Капусточки, очень люблю капусточку, брокколи. Сырая не очень вкусная, но мы возьмем в дорогу. Тут у нас нож, разумеется, нож возьмем. А у тебя что продается? Хлеб, ну хлеб вообще, конечно, без хлеба никак. Еще бы колбасы взять, но в ассортименте колбасы нет. Ну, хлеб со шпротами тоже, знаете ли, друзья, вполне себе классная вещь. Теперь давайте отправляться к электровозу. Запрыгнем на него и вперед! Туда, куда-то. Навстречу лесу, зиме. Тут, оказывается, можно будет замерзнуть от холода. Тут какой-то зимний апокалипсис, видимо, будет. 29 градусов холода по Цельсию и минус 20 по Фаренгейту. Ничего себе. Хотя это одно и то же, по сути, просто разные числовые обозначения. Так, надеюсь, тут поезд нигде не будет мчаться. И... Да, можно, смотри-ка. Можно закрыть, открыть инвентарь. А на Е... понял, спасибо. В некоторых местах можно купить оружие для охоты и самообороны. Идите к своему электровозу. А давайте купим в магазине мафии оружие. Если нам позволят это сделать, будет просто прекрасно. Ну, мало ли что на пути встретится. Может быть, волки. Может быть, поехавшие какие-то чуваки. Так, а он под землей, разумеется, скрыт от глаз людей. Магазин мафии у нас тут, в подстанции. Ребятки! Это как попадание в новый мир. Тем не менее, у нас все по-прежнему. Здесь строгие правила и самое главное — преданность начальству. Ты не можешь нас подвести, потому что второго шанса не будет. Я вас услышал, мужики. Калашников стоит 300. И патроны для него тоже приобретем. Неизвестно, что нас ждет впереди. Вместо шпротов я поставлю его сюда. Ну, наверное, его пока не стоит показывать. То люди снаружи... Грейпфрут, халява! Люди снаружи могут что-то заподозрить. Ну, а теперь точно можно отправляться к нашему электровозу. Это... Он сложен для управления? Электровоз. Это... В чем его смысл? Он работает на электродвигателе.
Но как питается электродвигатель от проводов сверху? Тепловоз, понятно, он, ну... На дизеле? На дизеле, наверное, дизель работает, дизельный. Не сильно, друзья, конечно, разбираюсь я в поездах, но разберемся, я думаю, со временем. Вот, наш электровоз. Тут различные детали для него есть, их можно будет приобретать. Но я пока не знаю, я не разбираюсь, поэтому детали покупать мы не будем. Поднимитесь в кабину первой секции электровоза. Для этого посмотрите на дверь электровоза и... Двиньтесь вперед. Опа. Ну вот, друзья, мы внутри. С ума сойти. В правом верхнем углу находится информация о ближайших важных пунктах. Во время обучения некоторые функции электровоза заблокированы. Встаньте у зеркала заднего вида и нажмите «Е». Вы находитесь в режиме осмотра. Режим осмотра выполняет функции осмотра состояния деталей электровоза, внешней камеры. Для навигации используйте мышь. Ух ты. Хорошо. Чтобы проверить состояние различных деталей на «Т». Ну, у нас все вроде... Ой, не хватает, смотри, детали. Скоростометр у нас не работает. Все остальное вроде как вполне себе функционирует. Если приблизиться к любой детали электровоза, отобразится информация о ее состоянии. Найдите неисправную деталь и замените на новую. Для этого выйдите из режима осмотра и добавьте в инвентарь разводной ключ. А где ж я возьму тебе разводной ключ? Если б я еще и знал бы, где ж его брать. А, вон он снизу. Так, давай спустимся. Будем ремонтировать наш электровоз. Надо же с чего-то начинать. Достаньте разводной ключ. Вместо он у нас будет яблоко. Открутите винты скоростомера, используя правую кнопку мыши. Давай, давай. Вот они, винты. Раз. Тут, оказывается, все довольно жестко продумано, друзья. Смотрите. Отложите за разводной ключ и снимите сломанный скоростометр, используя левую кнопку мыши. Установите новый скоростометр. Хорошо, старый куда мне девать? Просто выкинуть? Жалко все-таки, можно было на металлолом сдать. Хм. Залазь, залазь, залазь. Так. Надо бы его достать, да, сначала? Вместо бензопилы? Давай вот так его сделаем. Устанавливаем, друзья, и прикручиваем. Сможем измерять скорость нашего... Ну, максимально, смотрите, 150. Я думаю, километров 140 он будет ехать. Вот что-то мне подсказывает. Можете продать использованные детали на свалке. Но я не хочу сейчас... Но я ее возьму с собой, пускай будет. Слушай, я просто сейчас не пойду продавать ее. Фонарик отключаем. Да выключи фонарик. Электровоз готов начать движение, друзья. Посмотрите, какой красавец гигантский. Не забывайте проверять состояние деталей электровоза и вовремя их заменять. Так избежите повреждений. Детали электровоза постоянно изнашиваются. Включите-переключите вспомогательный компрессор. Это что тут, огромный двигатель стоит, электродвигатель? Вспомогательные двигатели, высокое напряжение, катушки. Я думаю, что от топлива питается генератор, а генератор уже приводит в действие электродвигатель. Мне кажется так. Вспомогательный компрессор подает давление на токоприемники в случае отсутствия давления в главном резервуаре. Ну что ж, вперед, друзья. Как бы тут во всем этом не запутаться. Я думал, это будет простенький симулятор, где просто едешь и норм. Мы включили радио. Вагоны с углем до станции Новосибирск, главные, готовы к перевозке. Они стоят на восьмом пути у третьей платформы. Хорошо. А мне их надо забрать? Это была информация диспетчера о твоем активном заказе на перевозку. Можете нажать кнопку «Позвоните», чтобы послушать последнее сообщение. Включите переключатель токоприемники питания на пульте управления в кабине первой секции, чтобы подать электропитание... Ух ты, да, токоприем... О-о-о, мама родная, ладно. Подожди. Токоприемники питания на пульте управления, ну давай. Красный индикатор указывает на то, что электричество подается от аккумулятора. Поднимите токоприемники с помощью переключателей токоприемник 1 и 2. Все. Установите избирательно-селективная рукоятка в позицию М, чтобы двигаться вперед. Вот, это похоже вперед-назад, да, рукоять? Электровоз готов начать движение! А в позицию 1. Это вот эту? А как ее взять-то?
О, мы движемся, друзья. Это скорость поезда, один. Понятно, главная рукоятка. Установите в следующую позицию для ускорения. Мы едем, друзья, поезд завелся. Если вы используете слишком много мощности, на правом пульте загорится белый индикатор. Электровоз не сможет ускоряться. Это означает, что вы должны снизить мощность. Следующий шаг. Доехать до стрелки. Двигайтесь вперед, пока не проедете нужную стрелку. Не двигайтесь слишком быстро, потому что нужно будет скоро тормозить. Хорошо, это вот это можно будет дернуть и, наверное, затормозить. Это мы просто отпускаем давление, отпускаем тормоза, позволяем им работать. Тут же поезде. В поезде должно быть все на максимально безопасном уровне. То есть все должно быть проверено, стабильно и так далее. Но, по-моему, такое качество проработки всех деталей излишнее. Я думал, мы просто будем на лайте ездить и развлекаться, а тут, оказывается, работать нужно. Прям полноценно. Так, давайте-ка ускоримся, мы дико медленно едем. Давайте, можно до 8, я думаю. Поезд начал движение. Романтика, люблю я путешествовать на поездах. Правда, давно уже не ездил, но раньше ездил довольно часто. Особенно в детстве с родителями. И мне всегда нравилось. Сидишь, ту-ту-ту-ту, ешь вареные яички, колбасу, смотришь в окно, слушаешь людей, что говорят. Прикольно. Так. Может быть, еще ускориться, но я на самом деле не хочу этого делать, потому что я боюсь. Окно не будем открывать, потому что холодно. У нас тут в кабине 18 градусов, это хорошая комфортная температура. Давайте-ка сбросим скорость. Проехали ее. Двигайтесь вперед, пока не проедете нужную стрелку. Я уже это, даже скорость сбросил. Но мы проехали стрелку. Установите рукоятку тормоза в позицию, используйте тормоз. Почему я эту рукоятку не могу использовать? А вот эту? Все, мы активировали тормоз. Индикатор и тормозной резервуар на пульте показывает, как наполняется резервуар. Это значит, что поезд тормозит. Так, но поезд остановился, друзья. Выйдите из кабины и переведите стрелку. Так, дверь открывайся. Угу. Я вылез, друзья, прямо на снег. Вон там вагон, и мы сейчас переведем стрелку и будем двигаться задним ходом. Я, наверное, никогда не буду поезд полностью выключать, потому что тогда я точно не смогу его запустить вновь. Так, давай, переводим стрелку. Вернитесь в кабину и установите переключатель «Селективная рукоятка» в позицию МР, чтобы поехать назад и прицепить вагоны. Позиция МР — это у нас получается назад. Думаю, после этой игры полноценно получится работать машинистом. Так, МР это у нас куда? МР, вот так назад. М это у нас вперед. А чё ж не дают вот закрепить успех, а? Закрепить знания не дают. Ну чё, поехали. Установите рукоятку, главное, ну в позицию 1. Ну тут понятно, что делать. Тормоз. Газ. Можно даже больше дать. Газку. Тормоз, газ и так далее. Задний-передний ход. А вот остальные все кнопки, это прям да. Это прям запускать поезд. Ну чё мы не едем-то? Может быть... А, я, наверное, понял. Я понял. Слишком быстро. Это как, знаете, типа, стартовать машину на четвертой передаче. Это плохая идея. Нужно, чтобы она сначала стартанула на первой, до какого-то количества километров разогналась. Потом можно постепенно переводить на вторую, третью и так далее. Вот, потихоньку поезд едет. Можно еще дать, наверное, газку. До четырех. 5 км/ч у нас скорость, но нормально, движется. Просто чтобы не снести те вагоны, я ж не знаю, где они. Сколько там остается? Ну, сейчас туда-сюда, и нужно будет тормозить. Подождем подходящего момента. Но поезд, друзья... Ну, красавец же, посмотрите, а какой. Ха-ха. Древний, советский. Можно облететь его. Красавец. Туда хоть едем? Туда. Тут я не протупил, едем мы туда. Электровоз все-таки работает на электричестве, да, смотрите. Сверху электричество.
Он получает сверху его и... работает. Так, ладушки, я думаю, что нужно потихонечку притормаживать. На какой скорости мы должны сконнектиться? Я просто не знаю. Повышайте скорость. Медленно соедините вагоны. Вот чуть выше пяти. Чё? Подожди. Короче, выше пяти разгоняться нельзя, а то гейм-овер. Мы поезд потеряли наш. Ладно, хорошо. Тогда я лучше тише едешь, дальше будешь. На второй скорости буду ехать. Пускай потих... мы прямо... Я понял. Понял, в чем прикол. Решил прямо активировать тормоз, друзья, чтобы не превышать скорость. И вот оно, 5 километров. То есть, ну, нормально, нормально. Притормозили, лучше мы медленно подъедем и ничего не протараним. Все, поезд затормозил. Мы можем с тормоза его убрать. Так. И просто потихонечку, полигонечку уже на первой скорости подъехать. Во, сдвинулся с места. Я думаю, что если мы вот так соединимся, ничего страшного не произойдет. Мы ж никуда не торопимся, да? Главное просто законнектиться. На первой скорости вряд ли мы разгонимся выше пяти. Ну, сейчас будет момент истины. И произойдет коннект. Давай. Есть коннект. Вагоны прицеплены, я думаю, можно тормозить. Оцепите вагоны с углем, а на станции Новосибирск. Главный, на первом пути у шестой платформы. Максимальное время перевозки 1 час. Хорошо, подожди, мне ж нужно... В левом верхнем углу находится информация о том, сколько времени осталось. Да. А, вот нам нужно... Позиция, рабочее положение. Главная рукоятка тормоза. Рабочее положение, все. Вот так, друзья, погнали. Теперь приконнектим наши вагоны, я думаю. Торможение в позиции аварийное наиболее эффективное, но давление падает очень быстро. Подождите. Поезд остановился, нам же нужно сюда клин вбить, или как это называется. Подготовьте тормоза снова. Подожди, они что, сами соединились? То есть мне ничего делать и не нужно? Ладно, хорошо, будем подготавливать тормоза тогда снова. Позицию обслуживания, так. В зарядке обслуживания. Позицию М, чтобы двигаться вперед. Все. Электровоз готов к движению, друзья. Тормоза у нас отпущены. Я предлагаю сразу со второй скорости стартовать, попытаться. Едем вперед. Стартанет он на второй скорости, я думаю, должен. Но идея все-таки плохая, да? Давайте первое. Есть. И... ну да, на первой все-таки предпочтительнее. Ехать нам до следующей станции прям реально долго. Какие, интересно, у нас будут приключения на пути. Ой. Это была ошибка? Ладно, это была ошибка, я не думал, что оно пробьется, оказывается... Ладно, виноват. Если вы используете слишком много мощности, в правом пульте загорится белый индикатор. А электровоз не сможет ускоряться, что означает, что вы должны снизить мощность. Подожди, а где же ее? Рукоятка безопасности спустили. Нажмите X, чтобы сесть. Подожди, рукоятка. Вот. Сразу пятую врубил, вроде бы начинает набирать. Прям реально, видимо, мало мощности я использовал. Набирает скорость, набирает. Судя по стрелке. Постреляю, друзья! Что происходит? Чё, нас обстреливают? Нас обстреливают! Какого? Ты чё? А за что? За что нас? За какие такие огрехи? А нас просто расстреляли. Ладно, мы отбились, но... Чё это было? Вот это было странно.
закроем-ка мы двери, друзья. А то мало ли кто-то запрыгнет к нам. Нет, реально по нам стреляли, вы видели? Я думал, это уже болты начали вылетать, там, не знаю, из-за высокого давления из поезда. А это, оказывается, все-таки обстреливали. Кто, за что, не ясно. Предлагаю выше поднять до 8. Во, уже 10 км. Давай, 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 давай. По идее, без вагонов наш электровоз должен разгоняться быстрее. А если мы сразу на... Нет, плохая. Это слишком, да, я выкрутил? Да, это плохая идея, надо снизить мощность. До 6 давай. Что? Есть прогресс? Вроде бы маловато мощности. Давай еще. До 9. Вроде как самое оно. Ну, вы же знаете, да, что когда поезд едет по городу, он всегда такой медленный. Тут написано, что не, ну, не меньше 40 можно ехать сейчас километров. Нужно какое-то время, чтобы прошло, чтобы мы выехали из города и так далее. Все, потихонечку, полигонечку, никуда не торопясь, наш поезд начинает движение. Наш огромный электровоз-красавец. Вот он. А, у нас же, да, целая куча. У нас же вагоны все-таки прицеплены, я тупанул. У нас же вагоны прицеплены. Детали электровоза немножко изношенные, но ничего страшного в целом. А почему у нас измеритель скорости изношенный, желтые? Как бы он же наоборот должен быть в нормальном состоянии. Странно это, странно. Предлагаю повысить мощность еще сильнее. До 12. Уже 20 км у нас разгон идет. Здорово, Василич. Пожелай нам счастливого пути. Мы едем. Мчимся в далекие края. А вот так, слушай, можно же просто наводить и будет показывать скорость. 20 км в час, неплохо. Эх, нам бы еще с горочки какой-то ехать. Вообще было бы здорово. Поезд бы набирал ее гораздо охотнее. С горочки, да, именно. Было бы здоровски. Как думаете, друзья, каков шанс того, что я в следующий раз смогу запустить поезд? Ну, в принципе, почти все нужно нажимать. КВС. Я даже не знаю расшифровки. Мы не писали, но я думаю, эти запомнил с первого раза. На машиниста сколько нужно учиться? Вот реально. Ну, я думаю, что пару лет надо учиться. А меня вот так вот сразу раз и посадили и сказали «Едь». Ладно, можно сесть. Чу-чу! Чу-чу-чу. Ну, паровоз так не делает. Электровоз так не делает. 26,1. А если мы еще прям вот так сделаем? Во! Активнее начал набирать скорость. Люди, смотрите, едет тепловоз. Электровоз, точнее. Давайте, разходитесь в разные стороны. Привет, ребята, куда мчитесь все? Большой мир, большой проработанный мир, здорово. Радио. Можно выставить антенну. Но тут музыка с авторскими правами, поэтому я ее сразу отключил. Железнодорожный светофор 07, Новосибирск главный 7,5 километров. Ангар, магазин. Бар — это то, сколько ехать до обычных, до разных мест. Понятно. Не забудьте перезапустить двигатель после опускания токоприемников, а затем поднимите их снова. Чё? А надо это сейчас делать? Перезапускать двигатель. А, когда мы опустим токоприемники, тогда двигатель перезапустить, а после этого их снова поднимать. Понятно, температура в кабине у нас 7 градусов. Можно ли ее как-то поднять? Обогрев кранов. Освещение кабины. Яркое. Свет проектора. Правый буферный фонарь. Подвеска измерительной температуры. Удаление воздуха из резервуара первой секции. Наверное, не нужно. Ладно, друзья, на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Я не знаю, я бы их поднял. Видимо, надо было делать это тогда, когда игра говорила, и в этом моя ошибка. Но, надеюсь, видос вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. И это, кстати, конец демки.
Понятно, выйдет в виде пролога. Хорошо, будем ждать, будем смотреть. Пока на этом все. До новых встреч. Удачи, пока и счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья.